Добрый день, дорогие охотники и рыбаки. Сегодня поговорим про матрицы Велконта. Вот таких матриц, которые закрывают звездой. Вот этот комплект. Еще и входит вот эта матрица закрутки. Это переделан, установили на эту закрутку. Это не реклама, просто показываю, как я снаряжаю с этими матрицами патроны. И вот такой результат получаю. Все ровные. Вот такие патроны получаю. Какой навеской буду снарядить патрон? Скажу, что это буду снарядить патрон для утки. Номер дроби будет пятерка. Порох у меня два вида. Это порох Тахо испанский. Вот. Еще и итальянский Nobel Sport D20. Вот такой порох. У нас в Армении продаются только Соколь и вот это импортные пороха. Про патрон. Патрон это российские гильзы, пластиковые гильзы. Ну, в производстве Фетера, вот написано Фетер. Нам видно будет или нет. У него... Не знаю, первый раз употребляю эти патроны. Края чуть тонкие, чем другие пластиковые гильзы. Еще пыш-контейнеры у меня разные. Вот такие есть. Такие вот. Это Фетера. Такие контейнера. Тут даже... Нет, это ошибся. Да, вот. Фетер. Ну, кто как снаряжает, я снаряжаю вот так. Для меня пиш-контейнер не имеет значения, главное, хорошо бьет, дистанции хорошие. Еще скажу про навесок. Навеска порох Тахо сыпаю 1,6 грамм, а дробь 33 грамм. 32-33 грамм. Для меня это достаточно. Кто как снаряжает, кому удобно, так и снаряжайте. Обнуляем весы. И это пока оставляем. И начинаем мерить. Я пиш-контейнер обтюратель не повышал, потому что когда плотно закрываю, обтюратель и так большой. Поэтому не буду повышать обтюратель пиш-контейнера. Раньше так делал, но это нехорошо влияет на кучность дроби. Разброс большой дает.
Это давайте есть пишу. Полосу закончили. Про дроп скажу, ребята, почему такой цвет? Я накатал на дробокатом, поэтому цвет меня не блестит. Как сыпаю я дробь внутрь, иногда многие делают вот так, сыпать дробь. Это не хорошо сыпается и по очередям не сядется внутри, тоже влияет на усы. Как я это делаю? Я держу вот так, чуть по углу патрон и сыпаю дробь. Вот. Так хорошо сидит дроп. Смотрите, это чуть неравномерно сыпа. И нехорошо сидит дроп. Вот. Все.
Все, от этого все дропсипали, это оставим здесь. Все отключаем. Оставим здесь. Итак, про как вот это делает шалаш звезды. Это закрывает вторичный, это закрывает конец, все закрывается. Ну, я, и будет или полуавтомат, или двустволка, я все равно закручиваю закруткой. Почему так патрон не открывается? Вот это сейчас здесь покажу. Смотрите, это закрутил, можно годами держать, он так не раскроется. А когда не закручиваясь, я это пробовал несколько раз, без закрутки он постепенно вот так открывается. Обтюрация пришкантельно сжимает, и он так лепестки открывается. Я рекомендую обязательно закрутить, это будет полуавтомат или не полуавтомат. Обязательно закручивайте. Начнем с первого. Одеваем пластиковую тулку. Звезда. Нажимаем до упора. Вот такой шалаш образовался. Берем вторую матрицу. Он вот так края ломает, и бортик образуется, большой бортик. И конечный закрываем вот этой матрицей. Уже нам понадобится такое шайбочка. Смотрите. Вот. Но это, я вам еще раз говорю, это сразу открывается. Ну, не сразу, но примерно неделю сами попробовать и узнаете, что это обязательно надо закрутить. Берем обыкновенное машинное масло, это так смазываем и закручиваем. Все. Пускай закрутка. До упора. Сжимаем и все. Вот, смотрите. Это ни разу не откроется. Хоть держите годами, не откроется. Еще один нюанс скажу, что у этой матрицы чем плюс, что можно даже третий, последний не закрывать. Вот такой шалаш. И сразу закручиваю и все. Все. Смотрите.
уже отклеились. Это тоже нам не надо. Это тоже вставляем вот вторичная матрица. Вот. Почти все, ребята. Это. Все, ребята, почти закончили. Все, вот такие патроны у меня получились. Такие. Ну, в конце вот этот масло вытираю вот так салфеткой. Все.
Очистим, никакой масли при выстреле, никакой загрязнение не входит. И все, вот этой матрицей закрываются все патроны. У меня есть и эта матрица, у нее латунный, он назначен для булочных гильз. Не знаю, время будет или нет, я сниму видео, покажу, как он закрывает булочные гильзы. Он тоже хорошо закрывает, и бортики тоже глубокие. Это не реклама, просто я вам рекомендую купить вот такие матрицы Велканта или у Артель Самокрута. Но Артель Самокрута для булочных гильз есть и для новых гильз, но у него вот эта звезда с лезвиями, и он обрезает часть вот эти края звезды, и можно 3-4 раза стреляешь, и отсюда рвется, и невозможно заново снарядить патрон. А у этих и этой матрица Артель Самокрута, у них нету лезвий, он просто ломает, не ломает, а вот так закрывает, не портя края. Что сказать, ребята, попробуйте сами. Ну, тесты, но в интернете есть много тестов, как себя ведет ружье, как стреляют. У меня вот такой навеска подходит на дистанции 40 метров, утку, чирака, и все берет без проблем. Но это зависит от ружья, боя ружья. Не знаю, сами снарядите, стреляйте, тестируйте. Если я сам буду тестировать, это будет кучность и бой ружья. Это неправильно. Надо самими закрывать патроны, стрелять несколько патронов и узнать бой ружья. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Кому нет, дизлайк. Подпишитесь на мой канал. Скоро будет еще видео, покажу, как буду закрывать матрицы Артель Самокрута, уже булочные гильзы. Всем пока, удачи, доброго охоты и рыбалки вам. Пока, удачи.